Полтергай. Что-то типа парень-полтергейст. Забавная и оригинальная игра. Вы играете за совсем недружелюбное привидение, и ваша задача – выгнать из родного дома тупых и жадных новых владельцев – семью Сардини. Пока вы смотрите, как Полтергай пугает Сардини, отвечу на вопрос, стоит ли ждать 16-битную версию Геркулеса и других популярных игр. Нет, не стоит. С начала 97-го года игры для Sega Mega Drive и Super Nintendo не выпускаются. Что же касается просьбы повторить Sonic 3D Blast и Vector Man 2, то могу сказать, что эти игры были показаны в Мегадроме неоднократно. А так как большинство зрителей повторы не любят, то в ближайшее время мы их не увидим. Ввиду отсутствия новых игр для Super Nintendo и Nintendo 64, переходим сразу к Sony PlayStation. Перед вами Swagman. С первого взгляда игра кажется детской, но загадки в ней совсем не для детей. Вы управляете сразу двумя персонажами и, используя их попеременно, должны добраться до злодея, укравшего добрую фею. В фильме «Последний звездный войн» пришельцы установили на земле игровые автоматы, а игрока, показавшего лучший результат, пригласили к себе пилотом космического истребителя. А в игре «Dark Light Conflict» лучшего земного пилота похищают прямо из кабины самолета. Thank you.
Похищают пилота не ради экспериментов, а для борьбы с силами зла. Нашего героя долго учат и, наконец, доверяют ему, то есть вам, могучий боевой корабль. Графика в игре несколько схематична, но тем не менее очень впечатляет. Авторы использовали палитру в 16 миллионов цветов, а такие эффекты, как блики от солнца и взрывы, создают яркое и красивое зрелище. Engage and destroy training fighters using escort missiles only. Казалось бы, ничего нового в жанре поединка не изобрести, но Impact Fighter постарался и смог. Изюминка игры в том, что каждый боец владеет не одним, а тремя разными стилями борьбы. Посмотрите. Графика очень неплохая, движения бойцов реалистичны, а обилие стилей борьбы ставит Impact Fighter на один уровень с Tekken 2, а это очень серьезно. Кроме вопросов об играх, вы часто спрашиваете о технических проблемах с приставками. Так как в каждом случае надо разбираться индивидуально, то советую получить консультацию в магазине «Игровой мир», вне зависимости от того, там вы покупали приставку или нет. Естественно, проконсультируют вас абсолютно бесплатно. Yeah!
Что же касается систем NTSC и PAL, то ситуация тут такая. Больше всего игр выходит в Японии в системе Japan NTSC. Чуть меньше игр доходит до США, у них свой NTSC. И, наконец, в последнюю очередь игры появляются в Европе, где царствует кодировка PAL. Приставки PlayStation также делятся на эти категории, но существуют чипы, вставляемые в приставки и позволяющие играть и японские, и американские, и европейские диски на телевизорах с системой PAL, которых у нас большинство. А в рубрике «Интернет» речь пойдет о комиксах, точнее о компании Dark Horse Comics. Благодаря фирме Dark Horse фаны таких фильмов, как «Чужие», «Хищник», «Терминатор», «Робокоп» и «Звездные войны» получают шанс узнать о новых приключениях любимых героев. Кроме того, к списку киногероев добавились и персонажи компьютерных игр. Так предысторию Миста можно прочитать в одноименном комиксе. Кроме того, на сайте можно узнать о героях Dark Horse, сделавших карьеру в Голливуде, и скачать массу великолепной графики. Хотите узнать, каково быть настоящим капиталистом, владельцем фабрик, газет, заводов и пароходов? Игра «Капитализм Плюс» предлагает такую возможность. Это сложный экономический симулятор, учитывающий все реалии производства, торговли и игры на бирже. На мой взгляд, учтены практически все аспекты ведения бизнеса в условиях конкуренции. Хотя игра очень интересна, вряд ли у нее будет много поклонников, а жаль. Of you to challenge me when your every move is revealed in here. Долго, очень долго мы ждали Warlords 3. И вот игра перед нами. Первое, что бросается в глаза, это графика. Несомненно, большой шаг вперед. Второе — это то, что со времен Warlords 2 игра практически не изменилась. Кому-то это большой плюс, кому-то минус. Не буду навязывать свое мнение.
Тем же, кто с варлордами не знаком, поясню, что это интереснейшая походовая стратегия в мире фэнтези, чем-то похожая на Heroes of Might and Magic.